Ого, замок Эльзы? Купить. Оплата наличными завтра. Мам, а ты завтра во сколько дома будешь? Весь день. В любое время. Платье в корзину, наушники в корзину. В корзине 3600 товаров. Шопинг, это так приятно. Магазин для взрослых. О, это то, что мне нужно. Ваше имя. Тамара. Оплатить. Здравствуйте, я из инспекции. Можете подуть в трубочку? Из инспекции чего? А, не то. До свидания. Не то. Здравствуйте, можете подуть в трубочку? Это то, что нужно! Не-не, ты чё? Холл, сдавай! Девушка, не дуйте в трубочку, пожалуйста. Не-не, ещё чего? У меня всего два осталось. Нашёл дурака. Я тут деньжат поднакопила. Мне-то они уже вряд ли пригодятся, а вам ещё жить и жить. Мам, а давай в Италию рванем? А, Италия, ну точно. У меня вот дача ничем не хуже ваших Италий. А может, мы тебе жениха найдем? Ага, а люди что скажут? Скажут, совсем уже под старость лет с ума сошла. Все, Женя, через 10 минут выходим. Куда? В магазин за школьными принадлежностями. Я же тебе полчаса назад говорила. Ты почему такая невнимательная? Вся в отца. Нам нужны ручки, карандаши, пенал, дневник, тетради. Тетради 12 листов или 48? Да мне все равно. Да тебе вообще на все наплевать. Вся в отца. Портфель, брючки, рубашку. Женя, ты почему свои носки везде разбрасываешь? Вся в отца. Спортивную форму, сменную обувь. Ну все, я готова. Закрывай ноутбук и идем. Я уже заказала все. Я гулять, а ты пока здесь все оплати. Какая умная. Все в меня. Это школьные принадлежности. А это моя норковая шапка. О, будет в чем на родительских собраниях сидеть. Мам, займи 200 тысяч. Знаешь, вот именно в эти моменты мне хочется наглотаться противозачаточных. Вдруг ты все-таки испаришься. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А ты точно уже все варианты перепробовала, что ко мне обратилась? Ты сначала погугли слово «займи». Это потом отдавать нужно. Нет, я что, по-твоему, эти деньги печатаю? То есть того, что ты в моих карманах находишь, тебе уже недостаточно. Ты мне и так уже несколько миллионов должна. Сфига ли? Ну а ты думаешь, ты на какие деньги все это время одевалась и питалась? А отдашь ты мне их когда? Как обычно, в четвердельник? Твой отец тоже сказал «займи». И вот с тех пор я его уже 20 лет не видела. Я лучше дам тебе удочку, а рыбу ты добудешь сама. Вот тебе чулок, банк через дорогу. А мне так нравится, когда тетя Таня в гости приходит. Она всегда гостинцы приносит. Мама, я получила! Вот дневник, на, почитай! Там еще написали, что я молодец! Буза лайкнула мой комментарий! Это лучший день в моей жизни! А мне сказали, что я выгляжу на 25. Он подарил мне цветы! Я так счастлива! Да, я набралась смелости и сказала ему, мы расстаемся. Теперь я свободна, я так счастлива. А мне сказали, что я выгляжу на 25. Я скинула полкилограмма. Я купила сумку с бешеной скидкой. Я встретила бывшего с новой девушкой. И она чудище. Всем привет, с вами вечно худеющая Женя. И сегодня я расскажу вам несколько лайфхаков, как скинуть лишние килограммы. Лайфхак 1. Клизма. Для этого вам понадобится человек, которому вы доверяете и который очень хорошо вас знает. Эй, мальчик, тебя как зовут? Это Ваня. И он будет делать мне клизму.
прошло 20 минут и всего лишь минус 900 грамм. Клизма не лучший вариант. Лайфхак 2. Отрезаем руку. Нам понадобится немного терпения, пила, справка от психолога. Справка от психолога имеется, но из-за нее мне теперь не то что руку отрезать, мне теперь на улицу-то выходить не всегда можно. Лайфхак 3. Влюбись самого красивого и комфортного диетолога в мире и выполняй все его приказы. Для начала давай все сладости есть только вечером. И никогда не ложись спать голодной. А винишко? Винишко можно. Вот на такие жертвы я готова. А тебя как зовут? Андрей Невский. Невский? Я люблю Питер. Всем привет! С вами Женя с папой Витей. Только вы его опять не увидите, потому что он снова снимает. Папа, пугни еще раз. Ни для кого не секрет, что сегодня первый учебный день. И сегодня я расскажу 5 лайфхаков, как не пойти в школу. Лайфхак номер 1. Нам помогут наши любимые слаймы. Слаймы, слаймы, слаймы. Сделайте так, чтобы у вас из носа потек природный слайм. И тогда можно будет валяться дома еще несколько дней. Лайфхак номер 2. Скажите маме, что наша класснуха Эльвира Петровна все время спрашивает про нашего папу. И сама ломает дверку от шкафчика, которую наш папа все время прикручивает. Тогда у нас будет как минимум 2 недели без уроков, пока мама будет искать новую школу, где все училки старые. Папа, трусы заживала. Следующие 2 лайфхака будет снимать моя бабуля. Чтобы не ходить в школу, просто скажите своей маме, что я беременна. Я не знаю, что это значит, но Наташка говорит, что это реально работает. Она уже 3 месяца на домашнем обучении. Ну, бабушка, ну что ты ничего не умеешь? Держи ровно. А, ладно, давай Васька лучше снимет. А это с рыбой? У меня же аллергия, ну баба! Лайфхак номер 5. Просто сходите в школу. В чем прикол, спросите вы? А в том, что вы спросите учителя, сколько вы зарабатываете? Обычно в этот момент они убегают плакать в туалет. И пока они плачут, мы со всем классом тусим под даму М. Танцуй как пчела, танцуй как вчера. У меня опять лего в досу застряло.